Автослесаря-мошенника посадили на Камчатке за обман клиентов и порванную селезенку. Приговор 35-летнему жителю Петропавловска вынесли в городском суде. Все началось в июне 2021 года. Тогда хозяин авто попросил знакомого о ремонте. Цена вопроса была 195 тысяч рублей, но слесарь не собирался проводить никаких работ. Некоторое время мошенник водил своего клиента за нос и получил деньги якобы на приобретение запчастей. В общей сложности владелец машины потерял больше 500 000 рублей, но так и не дождался ремонта. Тот же слесарь в августе 2022-го решил кинуть на деньги еще одного знакомого. Злоумышленник знал, что у того есть деньги, и предложил приобрести автомобиль во Владивостоке. Мужчина обрадовался предложению и перевел за новую иномарку около 1 000 000 рублей. Но вожделенная покупка так и не случилась. Следующий эпизод криминального сериала случился в ноябре прошлого года в одной из квартир на Войцышика. Тогда мастер поссорился с обидчиком. Он ударил оппонента, и у того разорвало селезенку. В суде мошенник полностью признал свою вину и сообщил, что частично возместил ущерб потерпевшим. Однако на свободе он не остался. Ближайшие 3 года злоумышленник проведет в колонии общего режима.